Друзья, всем привет! Приветики и кофе! Вы на канале Веселая Семейка! Трое из Ютуба! Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик! А мы начинаем новый челлендж! Друзья, смотрите, сколько у нас мячиков. Нет. Шариков. Друзья, смотрите, сколько у нас надувных шариков сегодня. Да. И мы их все сегодня лопнем. Но мы лопнем их необычным способом. Да, вилкой, ложкой. Вилкой, ложкой, поварёшкой. Шарики будут очень громко лопаться, поэтому у нас будут защитные наушники. Это приятно. Что, каждый, кто будет лопать... Каждый, кто будет лопать, будет их надевать. С кого мы начнем? Витя. Ты не боишься? Не боюсь. Аришка, пусть Милана начнет первая. Я хочу наушники, а то это громко будет. Да, когда ты будешь лопать, тогда у тебя будут наушники, Аришка, конечно. Аришка, отойдешь? Так, давайте я первый начну, покажу, что надо делать, а потом будет Аришка, а потом ты, хорошо? Договорились? Угу. Смотрите. И бегом по квартире. У нас будут такие задания. Здесь вот бумажечки. Здесь бумажечки. Вот бумажечки. На этих бумажечках нарисовано что-то. То, что нарисовано, тем мы и лопаем. Хорошо? Подсматривать нельзя. Не трогать. А ты уже забыл? Готовы? Да. Я тяну. Я вытянул первое. Это... Что это? Это тереза. Это терка, да. Где мы можем найти терку? Терка на кухне. На кухне, отлично. Теперь смотрите. У меня есть задание, терка. У меня есть защитные наушники. И я выбираю себе шарик. Какой шарик подходит больше для терки? Дай оранжевый. Точно, слушай, это будет оранжевый, как будто бы я апельсин буду тереть. Да. Побежали со мной на кухню. И морковка. Шарик, терка и Арина в наушниках. Так, готово? Думаешь, это будет очень громко? А зачем ты глаза закрываешь? Ты, главное, уши закрой. Слушайте, мне самому страшно, как это будет. Давай вот так это будет, давай. Слушай, не работает. Давай другой стороной. О, вот этой вот маленькой надо попробовать. Я думаю, сейчас... А ты слышала что-то? Нет, ничего. Вообще не слышала? Да, ничего. Фу, классно. А вот это Клаути. Милашка, не прячься, иди сюда уже. А ты слышала там в углу? Чуть-чуть. Страшно было? Даже задрожала. Хорошо, кто следующий будет? Да, ты? Давай, побежали. Ты готова тянуть? Давай, сейчас я перемешаю. Давай, тяни. Что там у тебя? Это подушка. Ты должна будешь лопнуть подушкой. Смотри, ты можешь... Выбрать шарик любой. Страшно. Выбирай любой шарик. Такой. Зелененький. Так, и сейчас я тебе принесу подушку. Как папа, титаны. На тебе подушку. Тебе нужны наушники? Да, Аришечка, отходи. Отходи тогда в конец комнаты, а Милана... Ты готова? Ага. Давай. 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 Нет, ты должна ударить сильно. Как он лопнет по-другому? Ты ёшкин. Давай я буду держать.
Слушай, он так не лопнет. Давай на шарик положим подушку, а ты сядешь на подушку. Давай. Опасно. Давай уже вот так вот. Так ты его так не раз... Держи. Давай. Не-а, не получится. Подручайки, зеленый упал. Красный упал. Давай, запрыгивай на него. Упали. Давай, садись. Саша! Поднимай ноги. Чего опасно? Да ты даже не услышишь, наушники хорошо работают. Давай. Да что ж такое не получается? Может, Арину позовем? Ариш, пойдем, поможешь нам? Нет. Что? Надо со сухом. Давай, остановись. Тут сейчас меня слышишь? Да. Слышишь? Слышно. Очень громко. Да. А вот так вот. Слышно? Это ты не кричишь. Ой, вот чайки упают. Вот чайки. Слушай, он не лопается. Давай вместе за ним. Что? Да что ж такое? Давай я залезу. Папа! Он сдувается, но не лопается. Подожди, надо тут... Дерегенича позвать! Дерегенич! Дайте нам, пожалуйста, книжку! Слушай, он сдувается. Да. Папа уже вот такой милый. А, смотри. Слушай, мы его все-таки лопнули. Он вот здесь, от у основания, лопнул чуть-чуть и сдувается. Я такой первый раз вижу. Ага. Представляешь? Ой, миленький милочек. Смотри, хочешь покажу? Подожди. Какой милочка, чай. Хочешь? Все-таки мы его лопнули, Аришка. Видишь, вот здесь вот. Так что и этот пункт выполнен. Давайте дальше. И не было шума, ты боялась. Аришка, ты готова? Ты готова? Надевай наушники. Надеваешь? Валим. Мы тебе поможем с милашкой. Какой ты выбираешь? Это. Что это? Возьмите, помогите. Это иголочка. Ты просто иголочкой лопнешь шарик. Теперь выбирай, какой ты лопнешь. Черный? Да. Красивый. Где мы можем найти иголочку? Какой? Черный? Вот такой черный она хочет лопнуть. Да, я хочу черный. А, поздно. Где мы можем найти иголочку? Не знаю. Ну где? У мамы. Сейчас мы у мамы... Так, сиди здесь, а я сейчас у мамы прошу иголочку. Ариш, вот тебе иголочка. Давай я буду держать шарик, чтобы тебе не страшно было. Ты просто его проколешь, давай. Вместе проколем или ты сама? Я сама. Давай, а я держу. Вот так вот. Кульк! Давай. Нет, давай лучше ты. А ты будешь держать? Да. И он у тебя в руках лопнет, ты не боишься? Давай, мне кажется, давай пусть он у меня в руках лопнет, а ты проколешь просто. Давай. Давай, сильно. Следующий.
Давай. Тяни. Прямо опасно. Очень прямо опасно. Тяни. Ложкой? Ложкой снег мешая? Давай, давай ложку. Выбирай мячик. Выбирай шарик, то есть. Какой? Ой-ой-ой, розовый шарик. А, нет, лучше зеленый. Давай, зеленый. Пойдем на кухню? Да. Побежали. Эй, вот эти снеги. Смотри, я нашел две ложки, маленькую, большую. Какая тебе больше нравится? Маленькая. Маленькая? Нормально. На большую. На большую. Орешка, ты где там? Прячешься? Страшно. Давай, давай тебе глаза, глаза закрою. Давай тебе уши закрою. Ложка, стик. Давай я буду держать, а ты проколешь его. Вот это? Ну, вот этим, наверное, не получится. Ложка, стик, мешая. Точечки. Смотри, там точечки остаются. Слушай, да. Я откуда из машины идет такой? Кушать, кушать, кушать. Давай. Кушать. Ты слышала? Громко было или не очень? Да, это там не очень. Не очень? Все-таки помогают. Ришечка, выходи, мы уже лопнули. Кто следующий лопает? Аришка, ты? Это тебе. Я, мне вот этот лопать шарик, да? Да. А ты мне поможешь тогда еще вытянуть? Вот такая. Смотрите, это палочки для суши. Да, я нет. Неожиданный Ну что, побежали тогда на кухню, лопнем шарик палочками для суши. Побежали. Побежали. С наушниками. Смотри, Аришка. Я палочками для суши держу мячик. Классно? Смотри, вот так. Классно. Я буду его сейчас лопать. Ты готова? Закрывай ушки. Я закрыла. Ну, как-то у Миланы... Слышала? Нет. Нет? Ну, ты видишь, ничего страшного. Может, следующий шарик ты лопнешь? Нет? Я боюсь. Хорошо. Милаш, давай, побежали тогда вытягивать следующую бумажку. Сейчас. Готова? Давай, тяни. Это мне? Подожди, нет, а ты, это тебе. А, нет, тогда другой, ты же не видишь все равно. Что это? Зубная щетка? Я всегда хотела. Аришка, ты видела? Зубной щеткой будет лопать. Сейчас я подсечу. Хорошо, давай выбирай тогда себе мячик. Шарик, то есть. А я принесу тебе зубную щетку. Голубой. Голубая. Принеси фломастер. На, зачем тебе фломастер? Ты узнаешь давно, через 100 лет. Я принес две щетки. Одна электрическая, другая обычная. Какой ты будешь? Зубная щетка, вот! Хорошо. А электрическая будет? И рисуем. И чего? Что там рисуешь? Вот. Зубы? Ты будешь шарику зубы чистить? Ага. Берем зубную щетку и чистим его зубки. А потом будет пахнуть пастой щеткой. Покупайте разрыхлительную щетку. Какой противный звук. Давай. Ты сильнее. Я не могу. Сейчас.
размазываем. И тут. Я, давай ты. А ты держи шарик тогда. Нет. Давай. С размаху. Оно как вакуумом у нее так щук-щук-щук-щук. Ты меня слышишь? Да. Хорошо. Если ты боишься сама лопать, давай вместе со мной лопать. Выбери тогда мне, пожалуйста, чем я буду лопать. Что это, как думаешь? Это фен. Точно, это фен. Мы будем лопать феном. Вот так. Да, да, да. Иду и чай. А теперь выбери, каким шариком мы будем лопать. Синим. Синим, хорошо. Ты поможешь мне лопать? Я буду держать шарик, а ты будешь на него феном дуть, горячим воздухом. Хорошо. Опа, вот фен прилетел. Вот так, как самолет он полетел. Давай, держи. Я держу. Ближе присоединяй. Только давай, знаешь, что сделаем? Слушай, я не думал, что оно действительно сработает. Не слышно. Не слышно было? Да, не слышно. Ну, видишь, а ты боялась. Лопнешь последний шарик? Нет. Я больше не буду лопать. Погреть? А ты слышишь, как... Ты слышишь, как фен гудит? Слышу. Тепло. Тепло? Да, тепло. Шарику тоже было тепло. Ну смотри, остался последний, тут уже и тянуть нечего. Это карандаш, лопнуть карандашом нужно. И остался последний шарик, это красный. Вот так, чук, и лопнет. Да, тогда осталось найти только карандашик нам. Я не... Принесешь? Остался карандаш и остался последний красный шарик. Хочешь лопнуть? Давай я лопну. Смотри, а давай вот так вот лопнем. Можешь ударить? Что? Давай я буду держать карандаш, а ты ударишь шариком. Вот так вот. Ну я не успел уже. Ты даже не успел. Даже не успела закрыть. Друзья, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Спасибо, что посмотрели это видео. Оставайтесь на нашем канале. Увидимся. Пока-пока! Пока-пока!